Вот эта речка Серебесна. Сейчас она, конечно, заросла, но была когда-то лет 100 назад более широкая, чистая. И наверняка здесь мой дед, еще пацаном, может, 10 или 14-летним купался вот, с своими друзьями. Вот речка внизу, вот там вот, где кусты вот белые, сирень, там находится деревня на верхушке. Так что место красивое.